день, уважаемые любители рыбной ловли. Это опять Назорьки, и мы продолжаем наш разговор об особенностях зимней ловли. В прошлой программе наш эксперт Евгений, привет, Евгений, еще раз, подробно рассказал о снаряжении, о том, какими должны быть ледорубы, о будилищах, о лесках. Но вот я думаю, что в этой программе мы продолжим разговор о зимней ловле и остановимся уже, наверное, на... Приманках, да, блеснах в первую очередь. На приманках специально выложили на наш такой полевой импровизированный стол из ящиков богатств, настоящее богатство. Давай в нем разбираться, искать то, что нам нужно, а то, что может дождаться весны и открытой воды. Ну, разобраться на самом деле здесь достаточно просто. Несмотря на вот кажущееся многообразие, это все относится к виду ловли, как, к такому виду ловли, как блеснение. То есть независимо от того, горизонтально у вас бегает приманка, там, либо вертикально, это все блесны, просто в той или иной своей ипостаси. Называются они, естественно, по-разному. Вот это, в частности, балансир. Ну, тут понятно, да, откуда произошло само слово, потому что вот у нее точка крепления, то есть, ну, балансир, он и есть балансир. А на отличку стоят вот не так давно появившиеся у нас в арсенале это цикады, тоже приманка для вертикального блеснения, причем с небольшим отклонением по горизонтали. Если закамышенный, заросший участок, ну, явно перспективный, там живет щука, мне надо между пучками камыша погонять приманку, вот балансир уже не справляется, поскольку он, ну, значительно уходит от лунки, он обязательно там засядет, то цикада позволяет нам играть практически по вертикали, независимо от глубины ловли. Ну, по нашим водоемам, что бы ты посоветовал бы сразу, ну, учитывая то, что ты сказал, скомплектуй. Ну, небольшая глубина, вот сразу так вот обозначим условия ловли. Небольшая относительно глубина. Челябинск 30-40 километров вокруг. Или дальше. Ну, хорошо. Да нет, зачем? Я сам рыбачу чаще на городских водоемах, потом не принципиально. Давай. То есть, ну, небольшая, опять же, глубина, да, где-нибудь 2-3 метра там на том же, на втором озере, первая бровка. Относительно не заросший растительностью участок. Там балансир будет однозначно выигрышнее, чем вертикалка. Ну, опять же, на мой взгляд, у него зона охвата просто шире. То есть он рыбу будет привлекать с большей площади, нежели вертикальные блесны. Но если глубина будет превышать там 6-метровую, допустим, отметку, там справится, во-первых, далеко не каждый балансир, и не всегда он будет подходящего размера для того же окуня. То есть здесь однозначно выигрышнее блесны вертикальные, ну, цикады в том числе. И, в частности, вот отличная версия. То есть она небольшая по объему, максимально естественной окраски. То есть это одна из наших, как бы, вещей в производстве, которыми можно гордиться. Вот посмотрите, насколько тщательно проработано здесь рисунок чешуек. Там, ну, ну, да, в воде, да, выглядит все просто очень привлекательно. Несмотря на относительную дешевизну, да, ну вот степень обработки здесь просто вот... Да, сногсшибающее. Да. Тем не менее, сразу бросается. То есть у рыбы совести вообще не должно быть, если она будет игнорировать такого рода вещи. Зажралась. Да, да, да. Тем не менее, вижу здесь где-то тройники, а здесь вот сложная система из двух крючков плюс тройник. В чем логика? Ну, окунь, да, так как рыба чаще всего не крупная. Так вот, давайте камере попробуем показать, чтобы она видела это все. Вот так вот заметно. Он и вешается, собственно говоря, чаще на тройник, поскольку, ну, вот, ага, именно его как кормовой объект и воспринимает. То есть рыбка сама имитирует малька, привлекает его вот к месту ловли, а хватать-то он хватает тройник. Что касается вот этих крюков, они больше предназначены для ловли щуки, либо для крупного окуня, который активно кормится. На телефоне у меня сохранено несколько фотографий, там балансир прямо в заглот у окуня в жабрах. Я потом постараюсь обязательно смонтировать, чтобы посмотреть. Ну, крючок один, но он тройной и намного больше размером. То есть здесь, собственно говоря, немножко другая игра, ну, планирует она по-другому. И опять же, вот тройничок воспринимается как кормовой объект рыбы. Вот, знаешь, честно говоря, отлично для меня балансиры кажутся, наверное, более такими живыми, естественными, чем, например, блесны. Это мое ощущение, как, ну, такого не слишком опытного рыбака, или ты подтверждаешь? Да, это подтверждаю, собственно говоря, не я, подтверждают-то уловы. Потому что балансир, как приманка, очень быстро захватил сердца и умы рыболовов. А это происходит только в одном случае, если они ловят рыбу. То есть,
никаких альтернатив нет. Идем дальше. Ты вот сколь сказал цикады, цикады. Я так понимаю, речь идет вот об этом. Ну да, вот еще. Да, особенность цикад и, может быть, опять же, в каком случае они уместны, в каком обойтись лучше балансиром, либо... Ну, особенность, да, отличительная особенность цикады, приманка очень шумная, активная, с высокой степенью, ну, раздражающих факторов. То есть здесь вот колебания, которые... Мимо нее рыба не пройдет. Мимо нее рыба не пройдет. И чаще всего применяется для ловли щуки. То есть там буквально 2-3 маха приманкой в лунке. Если рыба была рядом, она обязательно втяпается. Знаете, гремит. Ну, гремит-то она в коробке, в воде она ведет себя по-другому. Но там на каждом махе удильником прямо чувствуешь вот вибрации, которые создаются приманкой. Самое первое, что хочу сказать по степени применения. Если участок заросший, но явно перспективы, то есть вода нормальная, не тухлая, но камыш стоит плотником. Балансир вы там просто не продернете. Он на втором-третьем махе найдет за что зацепиться, там и крючков намного больше. То цикада позволяет облавливать прямо между пучками камыша, либо между коряшками вертикально. Давай, можем сейчас тепло уберем. Значит, вся рыбалка тупо спорт. Если плохо брался, боролся, рыбалка не удастся. Здравствуйте, уважаемые телезрители, рыболовы и все им сочувствующие. Рады вас приветствовать сегодня на озере Миасовое. Куда мы прибыли всей командой, в надежде отработать технику ловли чебака. Ну и пусть вас не смущают наши буры, по-тихому надеемся подловить и лещика. Сегодняшняя программа, первая, которую мы выпускаем после проведения Кубка России в Челябинской области на озере Сугаяк. И приглашаю вас поздравить наших парней с выполнением нормативов мастер спорта. Это Леонид Ашмарин. Еще раз тебе. И Андрей Иванов. В команде «Таюр» теперь два мастера спорта. Но я по-прежнему остаюсь заслуженным перворазрядником России. Мне этого достаточно. Может, парни скажут пару слов? Да, Жень, спасибо. Действительно, выступление на этом кубке было очень успешным. Нам удалось и первое место взять на Кубке России, получить мастеров спорта. В личке неплохо выступили. Это все благодаря и усилиям, и тренировкам предварительным. То есть кубок действительно был очень интересным, проходил на родном для нас водоеме. Я думаю, что все, кто за нас болел, еще раз за нас порадуются. Теперь Челябинская область заслуженный обладатель Кубка России 2013 года. Отдельное спасибо также и нашему предприятию «Таюр», которое нас поддерживает всегда и также поддерживало нас на этом кубке. Всегда стараются, чтобы нам было полегче выступать и в материальном плане, и в плане технической поддержки. Поэтому большое еще раз спасибо вам. Мы старались действительно. Ну и напомню, сегодня предприятие «Таюр», как водится, организатор и генеральный спонсор этой передачи. Поэтому, собственно говоря, мы будем рыбачить снастями и принадлежностями, предоставленными фирмой «Таюр». Ну а теперь давайте возьмемся за рыбалку, потому что время уходит. В первую очередь все-таки рыба. Пусть вас не смущает диаметр выбранных буров Scandinavian Style, поскольку лещ в прилове достаточно частое явление, поэтому решили не рисковать взять буры с большим диаметром 150. На сегодняшней рыбалке мы будем пользоваться новыми прикормочными составами предприятия «Таюр Брик».
Сразу скажу, это не тестирование, это вполне осознанный выбор. Все это уже показало высокие результаты на местных водоемах. То есть просто будем пользоваться этим. Для максимально большего привлечения рыбы я буду комбинировать два состава. Один тяжелый, инертный, я вот его замочил заранее, еще дома. Это лещевая прикормка, видите, она такая рыхловатая, ну очень липкая. Поскольку больше 8 часов она уже находится с водичкой. Ведрами я не пользуюсь зимой, в пакетах все развожу. И добавлю в нее сейчас абсолютно без увлажнения прикормку для плотвы. В результате мы при сбросе кормушки получим следующее. У нас будет пятно вкусной лещевой прикормки располагаться на дне. И из нее будут подниматься вверх частицы плотвиной желтенькой вот этой вот прикормки. Я думаю, эффект будет просто максимальным, на мой взгляд. Сейчас по градуснику около 23 морозов. Ветра нет. Поэтому достаточно комфортно. Но вещи подмерзают быстро. Лунки тоже затягивают моментально. Так что прикормку, насадки, ну, собственно говоря, бутерброды, мы все разместили в нашей палатке, благо площадь у нее позволяет. Там получилось довольно-таки уютно. Газ зажгли. Вот, смотрите, какая красивая по составу получилась прикормка. Сейчас мы отправим ее в первую лунку. Лунок я буду делать 5. Думаю, больше ни к чему. И потом пытаться по кругу собирать рыбу. Все, отправляем кормушку на дно. Глубина здесь 8 метров. Поэтому шпулька должна быть достаточно большой, чтобы максимально быстро выбирать леску или вот шнурок, как в данном случае. Ну что ж, пойду на следующие лунки. Слаженная команда. Все работали, На тренировках поняли, что делать надо. То есть Сугаяк сам на себя в этом году какой-то не похож. До этого мы побеждали как? Без кормежки, без всего, просто активный поиск рыбы. А вот в этом году пришлось менять тактику и кормить все-таки. А в чем она тактика-то была заключалась? И тактика наша, как сказать? Либо кормишь дорогу, собираешь с ней на перспективном участке, либо просто занимаешься свободным поиском рыбы и выбиваешь лунки там, 2, 3, 4 самых активных, бежишь дальше. Ну, первый тур, как бы он был, все равно ловишь, выбиваешь, бежишь. А вот второй тур, так как он все-таки начался очень рано, первые полчаса смысла не было ловить. Мы решили, что будем кормить первые полчаса. Ну, как бы все сработало, как мы и планировали. Команда хорошая собралась. Лучшие в Челябинске. Снасти, как видите, грубоватые у нас, так как тут присутствует лещ. С тоненькими снастями тут как-то не решились на лед. Такой вот отличный красавец лещ. Та самая рыбка, за которой мы сюда и приехали. Андрюха чебатика поймал. Секрет удачного выступления в том, что
Мы очень хорошо знали, как на этом водоеме можно побеждать. У нас была стратегия победы. Основана она была на скоростной ловле в основном, без лишних заморочек. То есть быстрая скоростная ловля, не крупная рыба. А твой личный секрет? А? А твой личный? Мой личный? Секрет. Есть какой-нибудь? Нет. Все в командной работе. Тут чебак. Чебачок уже. Значит, лещик отошел. Значит, он не подходил. Нет, я тебе говорю, я тут знаю, где тут рыба. В том году ловил. Отличный, причем лещ такой видел, да, хороший? Приличный лещок-то. Ну, для мормышечной снасти это вообще отлично. Вот такое вот хитрое приспособление для хранения мотыля на ноге. У него есть одна небольшая хитрость. Она заключается в том, что задняя стенка отсутствует. Там стенка сделана из материи. Соответственно, от ноги, когда стенка плотно прижата к ноге, идет небольшое количество тепла. Его достаточно, чтобы сохранять мотыль, ну, нашу насадку, в данном случае мотыля, опарыша, в подогретом состоянии. И, соответственно, она не замерзает. И отсутствует необходимость каждый раз лезть за пазуху для того, чтобы достать нашу наживку. Оп, еще лещ. Это лещ. Это леща. Хорошенький вроде подлещик. Сопротивляется хорошо. Ой. Почти всю леску забрал обратно. Хороший, хороший. Лесочку-то можно было и потолще поставить. Вот он, вот он. Не доходит вовремя. Бандоль. Красавец. Отлично. Отлично. Просто рыба очень отлично. Загадил мне объективчик. Видишь, чебука особо нет. Есть лещ. Хороший. Крупнее, еще позже. Вообще, похоже, хороший. Даже не сдвигается с места. Блин, леску-то я тонкую поставил, конечно. Это хороший, вообще хороший. Объектив еще разочек. Сейчас тебе нужен рыбогорик. Да, наверное, пригодится. Судя по ощущениям, килошник минимум. Ну, кто его знает, какой он там. Очень сильный. Ух ты. Леску. Ну вот я пожадничал. За это ломает и клюет у тебя. Не, ну клюет хорошо, это явно. Снасти настроены отлично. Но можно было поставить помягче лесочку. Обнор 0.12, допустим, точно. Она мягенькая. Здесь тоже где-то около 6 метров, да, сидит? Ну, под семерку, да. Сидит, сидит, сидит уже рядом с ним. Я вижу, вот не важно, капец. Там такой мороз тяжело. Сейчас надо вот, если этого возьмем, все будет хорошо. Теперь чай. Блин,
здорово сопротивляется, конечно. Видишь, что творится у меня? Руки уже просто заледенели. Я не чувствую. Не входит? Конечно, не входит. Вот она, отличная рыбина просто. Потрясающего размера. Отличный лещ. Это килошник точно. Это за килошник. За килошник. Это точно тебе говорю. Вот она настоящая рыба. А ты этого лещика, подлещика поймал здесь? Нет, там. Лещ чебак он мелкий. Он так высоко поднимал. Чуть не выше головы. Ах ты, блин. Че, поклевка была? Хорошая, причем по зубам дал, блин. Лещок? Нет. Чебачок? Чебак. Да, это хороший, он по зубам дал. Да это сверху лунка подмерзла просто. Есть, лещ. Видишь, у меня как все. В принципе, отлично. Ну, это небольшой подлещик. Тоже нормальный, нормальный подлещик. Иди сюда. Красивейшая рыба. Моя любимая зимняя рыба, надо признаться. Лещ? Да. Что ты потом из него делаешь? Вот, его обычно запекаю. На самом деле он очень вкусный копченый. Итак, я его запекаю в духовке с небольшим количеством лимона. Так он же костистый. Это на самом деле даже плюс, что он костистый. Вот эти вот кости, ось, которая в нем находится, она помогает, что называется, насладиться лишний раз вкусом. То есть не быстро не проглотить, да, кусок. И тем более, что самое вкусное у леща, это все-таки не спинка вот эта вот остистая, да, а именно брюхо. А там только брюшные кости. За время вашего отсутствия, моего присутствия, начали расклевываться кормленные лунки. Подолку на одной лунке не задерживаюсь, так вот, сейчас на второй круг пошел. Две поимки, один сход, ну это не считая чебачка. Погодой просто вот фартануло, ветра нет, холодно, конечно, ну вот. Сейчас руками лазил в лунку, поправлял, богорик, конечно, в санках лежит, правильно? Он с собой, но в санях. Это очередной чебачок. Сошел, да туда ему и дорога. Берет высоко все поимки, прям практически с уровня глаз. Вот это экземплярчик. Ой, не проходит. Не проходит. Но. Вот это да. Может, что-то еще досверлить. Точно не убежит не туда. Фу.
Ах, ну, Андрюк, вот это у тебя монстр. Один сошел такой же. Это у меня. Сейчас уйдет, уйдет. Ищил все-таки. Вот. Давай скажи, что нужно помогать, я помогу. Да не, блин. Руки мерзнут вообще, ужас. Ты с краев уже его где? Где застревает? Вот это лещ. Ни хрена себе. Ужас. Ну что ж, можно подводить итоги сегодняшней рыбалки. Рыбалка удалась, чебачка мы половили, в качестве прилова получили не весьма солидный улов подлещика. Отличился вот Андрюха Иванов, шлепнул палтуса весьма замечательных размеров. И погода не подкачала. Удовольствие самое главное получили, все сработало как надо. А теперь будем сворачиваться и прощаться до следующих встреч. Всех с наступающими праздниками. До свидания. До свидания. До свидания. Сегодня я хочу поздравить всех своих собратьев по увлечению, рыболовов-любителей, с наступающим Новым годом. Пожелать в Новом году мало того здоровья, но еще и успехов в рыбалке, чтобы поймали вы самую свою большую рыбу. Хотя ее немножко осталось в наших водоемах, но все-таки она еще есть. А в качестве новогоднего подарка мы приготовили для наших рыболовов к следующему году совершенно новую замечательную прикормку, которая, я думаю, позволит вам выловить экземпляры, совершенно недоступные ранее. С Новым годом, счастья, здоровья и успехов! Благодарим коллектив «Таюр» за его добросовестный труд и поздравляем с Новым годом. В этом, как говорится, тяжелом году они хорошо отработали на благо рыбаков. Поздравляем их с Новым годом, желаем здоровья, счастья, рыбацкой удачи и всем рыбакам также, чтобы они у нас поймали больших рыб, как положено, как у нас прикормка Делфи, помните? Поймай больше других. Вот так же вам, рыбаки, в Новом году в этом здоровья, успехов, поймай больше других. И всех вас ждем в наших магазинах. Вы найдете все, что нужно, отдохнуть, набраться здоровья, и чтобы в этом году у вас было все прекрасно. Предприятие «Таюр» поздравляет всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и удачи. Пусть будет день рыбалки теплым и ясным. Пусть солнце светит ярко над рекой. Поход на берег станет не напрасным. И ты поймаешь рыбу твердой рукой. С Новым годом! С Новым годом!